Забьют снова. В Чебоксарах реконструируют фонтаны у торгового комплекса «Шупашкар». Проект представили общественности. Выглядят фонтаны у торгового комплекса «Шупашкар» сейчас, прямо скажем, не фонтан. Сколько лет назад они перестали работать, не помнят уже даже жители района. Однако вливание в 32 миллиона рублей и идея архитекторов «Чуваш-гражданпроекта» должны исправить ситуацию. Как будут выглядеть фонтаны после реконструкции, рассказали на публичных слушаниях. По решению архитекторов, наших специалистов, фонтан решили оставить на том же самом месте практически, но, так скажем, немножко его уменьшить и вместо сегодняшних 4 чаш, там по 2 чаши отдельно стоят, остановились на решении, на таком решении, что будет только 2. На месте больших чаш будут организованы площадки отдыха. Чтобы эти самые площадки для прогулок остались таковыми, жители предложили доработать проект. Ограда будет необходима. Почему? Потому что я знаю этот район очень хорошо. Там всю жизнь стоят машины. То есть между фонтанами будут стоять машины. Всю площадку заполнят, если не будет ограда. Также жители высказали предложение по поводу цвета и формы фонтанов. Ольга Пырочкина, Расиль Мухаметов, Республика.